комплекте устройства, два вида держателя для установки, инструкция, пульт дистанционного управления, пульт инфракрасный. Управление очень простое. Кнопка включения-выключения, кнопка автоматического режима, стробоскоп, то есть моргание, кнопка красного лазера, включение-выключение, аналогично синий, зеленый, скорость динамики проекции, установка таймера с помощью этих кнопок, кнопка готовности режима по цвету при выборе цветов, красный, зеленый, синий.